Здравствуйте, мои дорогие. Вот свежее-свежее стихотворение. Сегодня у нас на дворе февраль. И вот прямо вот оно сегодня. Про нашу жизнь. Называется «Как в хлеву». Взял февраль снега в защиту, позасыпал город мой. Все в тропиночках прошито, где от трассы выходной. Редкий след на поле видно, снегоход проехал тут. Ну а мне порой обидно за невспаханный маршрут. Каковы просторы края, где живу в своем краю, не видать частичку рая, не распаханную всю. Сердце стонет от обиды, но посейте что-нибудь. Только траурные виды вдоль дорог покажут путь. Борщевик растет повсюду, не картошка, не морковь. В руки брать его не буду, он ожог добавит в кровь. Отчего такое, братцы? Почему живем в хлеву? Мы как будто новобранцы в своем родненьком краю. Спасибо.